Установка подобных символов в Сочи практикуется впервые, но уже решено, что это станет хорошей традицией. К тому же горожане оценили подобное украшение. Практически каждый проходящий мимо фотографируется с символом Пасхи – яйцом высотой 1,5 метра. Второй такой же арт-объект расположился на площадке у храма святого князя Владимира на Виноградной. Чем покрыто яйцо, специалисты умалчивают, отмечая, что это кропотливая работа дизайнеров, которые и смогли добиться такого результата. Особенно красивое сияние золотого яйца можно наблюдать в ночное время, отмечает главный художник города. Установлено золотое яйцо на ивовом венке. Вес венка 18 килограммов, потому что это плетение, ивовые ветки. Очень все торжественно. И во всяком случае, это яйцо играет всеми цветами радуги, потому что это золото, потому что это тот символ, который на самом деле дарит людям свет, дарит людям надежду на лучшее, на возрождение. Впереди у специалистов большая творческая работа. Украшение городской среды продолжается. Сейчас на курорте проводится инвентаризация цветочных клумб. Сочи готовится к празднованию 1 мая.